Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Домината Спейс, и сегодня я бы хотел сделать обзор на фигурку Карнейджа из вселенной Марвел. Это один из врагов Человека-паука, и эту фигурку я не делал сам, это не какой-то там кастом, это на самом деле китайская копия Лего, но я даже могу сказать прямо, эта копия гораздо лучше качеством даже, чем Брик. Да, я не побоюсь сказать это, так как действительно, качество отменное, и можно сказать, что это действительно Лего. Вот что-то он у меня не фокусируется. Сейчас я... Что так сфокусируется? Вот сфокусировался. Эту фигурку я купил за 20 гривен. То есть где-то 2 доллара, может быть. Очень классное качество. Действительно, вы видите всю детализацию. Точно не помню, от какой компании покупал, но Carnage вышел очень даже клёво. И еще я купил, конечно же... Точнее... Вот, я купил Future Foundation и 2099, то есть Мигеля О'Хара. Это вообще мой любимый Спайдермен. Ну, на самом деле, это я их не купил. Это я поменял у своего друга Ниндзя Воина. Поэтому, если что, можете зайти на его канал. Посмотреть там его всякие обзорчики. Он там снимает классные видео. Ну и, в принципе, на Future Foundation и 2099-го будет скоро тоже обзор. Вообще, он ко мне в гости приезжал, поэтому я еще поменял такого чувака. Очень большой обмен у нас был. Поэтому мы тут в кино пошли на Хоббита нового. Короче, было круто. Ну и все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Ой, что ты падаешь. Только он на подставке трудно становится, но, в принципе, это не такой уж и большой минус. Так как у него все двигается хорошо, подвижность отличная. Только сказал про подвижность и выпала рука. Ну ничего. У Лего это тоже бывает, и тем более учитывая его недорогую цену для такой классной детализированной фигурки, то можно им простить за то, что рука вот, например, вывалилась. Ну а все, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.